Привет! Банда умников выпускает необычную игру «Стартап-конструктор», которая развивает бизнес-мышление. Она прекрасно подойдет для детей от 12 лет и для взрослых компаний. «Стартап-конструктор» помогает по-новому взглянуть на процесс создания бизнес-идей, развивает креативность и маркетинговое мышление. Ведь нужно не просто придумать какую-то случайную идею. Важно, чтобы она была действительно полезна. С помощью этой игры вы научитесь создавать идеи, которые работают, мыслить предприимчиво и нестандартно, быть изобретательным и креативным и убедительно презентовать свои идеи окружающим. Как играть в стартап-конструктор? Возьмите 4 карты по одной карте каждого типа. За 3 минуты придумайте идею с учетом условий на картах. Презентуйте свою идею другим участникам. После этого каждый игрок оценивает проекты других при помощи жетонов. Разберем на примере. У нас есть целевая аудитория, есть ситуация или проблема, которую нужно учитывать, есть технология, которая поможет решить проблему, и дополнительные условия, которые нужно учитывать. Засекаем 3 минуты и придумываем бизнес-идею. В долгих путешествиях автомобилистам некогда отдыхать, и они могут уснуть за рулем. Можно использовать биометрические датчики, с помощью которых приложение контролирует уровень бодрости и подает сигнал, если водителя клонит в сон. Прокачивайте умение ярко и убедительно презентовать свою идею. От этого зависит почти все. Ваши деловые успехи, решение житейских ситуаций и общий уровень качества жизни. Стартап-конструктор отлично подходит для использования на бизнес-семинарах. Он помогает разогреть аудиторию, познакомить и раскрепостить участников. В коробке 80 карт, 32 жетона, набор чек-листов, правила игры, методические указания для ведущего. Прокачивайте ваше бизнес-мышление с игрой «Стартап-конструктор».